Ну что, всех приветствую. Давно, конечно, не записывал видео. Целых 4 дня. Как можете заметить, я немножко обгорелый. И шея у меня тоже обгорела. Но это уже все прошло. В воскресенье я, конечно, немножечко обгорел. Поэтому, ну, с этим, в принципе, снятие видео не связано. Мне просто была лень. Так что вот... Скажи, напишите, кстати, в комментариях, лучше со вспышкой мне будет или без вспышки, потому что, ну, вот сейчас вот мне вспышка в глаза светит, и не самое приятное чувство. Но я надеюсь, картинка будет вам получше, конечно, выглядеть. Или мне лучше лампочку купить, чтобы она мне светила получше. А? Так что вот. Ну, сегодня у меня, как говорится, безалкогольный напиток. Квас живого брожения, желтая бочка. Как видите, здесь половина. Потому что я его не покупал, мне его принесли. Ну и, собственно говоря, я его не пробовал. Надо попробовать при вас, конечно. Углекислого газа хряпнул. Ладно, полностью не буду наливать стаканчик, чисто попробую. Вот он вот такой. Мутненький, мутненький, чуть-чуть с пеночкой. Ну давайте, что же, попробуем, ребята, за ваше здоровье. Счастье. М? О, неплохой квас. Мне нравится. Да, очень даже неплохой. Кстати, все, спиннинг я купил. Что могу вам рассказать? Сейчас даже могу показать катушку. Спиннинг у меня нормальный, тоже приятный. Вот такая вот катушечка. Сейчас скажу, как она называется. Либао. Вот так вот. Либао Глоб. Это у нас 200-я. Вот так вот. Сеточку, ой, не сетку, а плетеночку 10-ю поставил. Ну, 0,10. Японскую нормально за 460 рублей, очень даже неплохо, я думаю. Вот уже 2 дня рыбачил, в воскресенье рыбачил и сегодня. Ну, в принципе, одна покрывка так была, я думаю, надо место менять, потому что, ну, не кайф. Я сейчас покажу. Вот такая вот плетеночка, вот так вот, миглиор, вот так вот, 10-миллиметровка. Так что вот, что еще вам покажу. А, да, точно, мои снасти. Пока пьем квас. Вот так вот. Вот. Вот такая вот у меня блесенка. На 10 грамм есть. И вот такая вертушка. Ну, я протестировал нормально. И блесна, и вертушка хорошо работают, отрабатывают нормально. У меня еще была одна блесна, но зацеп. Зацеп бревно утопило мою блесну одну. Так что вот. А спиннинг. Так. Спиннинг у меня называется флагман Black Line. Он у меня 2,2 метра. А по нагрузке 3-12 граммов. Ну, я половил. Кидается приятно, хорошо. Катушка у меня вышла 2500. Спиннинг примерно 2800. Воблер, ну, вот этот вот желто-красный, зеленый, он у меня примерно 100 рублей с чем-то. И вертушка тоже соточка где-то. И еще один, который я утопил, но он был такой... тоже колебалка была. Она сколько? Ну, колебалка где-то стоила там, ну, рублей 70. Ну, считаю, неплохо. Так что вот. Квас заебатый, пиздатый квас. Очень вкусно, очень приятно, очень классно. Приятно. Так что вот, ребятушки. Ну, напишите в комментарии обязательно, лучше ли вот так вот со вспышкой снимается или нет.
Ну, просто при дневном свете-то я буду без вспышки, конечно, снимать. А вот тут вот при таком приглушенном свете качество, конечно, немножко режется. Поэтому я принял такое решение снимать со вспышкой. Так что вот. Скоро, кстати, сниму обзорчик на мнение про Пасита. Там совсем чуть-чуть осталось. Пару дней буквально. Вот, и через, получается, 1 числа у меня последний экзамен. И там все, домой поеду. Ну, может, долги чуть-чуть еще поздаю, но домой поеду. Так что вот, пойдет более лучший контент. Ну, как более лучший, более ИРЛный. Потому что я сижу вот весь день в общаге, хожу на рыбалку. Я бы, конечно, снял видео. Так, ну, что вам, я буду снимать видео про то, как я просто пришел, покидал спиннинг, остался без рыбы. Вот, вам будет на это, я 100% согласен, неинтересно смотреть. Так что вот. А еще я бы, конечно, походил, поразведал здесь места. Так уже вот, собственно говоря, скоро каникулы, поеду домой, там буду разведывать. Так что вот, там и пойду видео и снимать, и все остальное. И контент с пацанами будет, я думаю. Так что вот. На этом, я думаю, заканчиваю свое видео. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, оставляйте комментарии. Ну, кстати, про вспышку, то, что точно оставляйте комментарии. Вот, заходите на канал, смотрите плейлисты. Плейлисты, остальные видео. Так что вот, всех благодарю за просмотр. Всем спасибо, всем пока.